Здравствуйте! В этом видео я познакомлю вас с расширенной версией знаменитой психологической игры «Мафия». В игре все участники получают случайные роли и играют, пытаясь выявить принадлежность других игроков к мафии или мирным жителям. В комплекте игры 3 карты с мафиози, 12 карт мирных жителей, карты ведущего и комиссара, а также 3 карты с дополнительными персонажами. Также в коробке находятся 5 черных и 5 белых масок. Мафия – это модель борьбы неорганизованного большинства с организованным преступным меньшинством для всех любителей детективного жанра.